Bitcoin is better than currency. It's a big industry. Well, it's really the digital revolution. It is a huge deal. Bitcoin is a remarkable cryptographic achievement. But is Bitcoin really the money of the future? It's not the best technology now because a lot of interesting new technologies have come. So I think that proof of stake kind of is better on a bunch of dimensions. Алло, Виталя? Это какая-то лихорадка, люди просто с ума сходят. Я прикинул цифры и посчитал возможную прибыль. У меня есть пару идей. Приезжай, обсудим. Знакомьтесь, это Сергей, 35 лет, женат, двое детей. 11 лет работает в сфере платежных систем и знает это дело как никто другой. Ну, на самом деле, один раз мне позвонил просто мой знакомый хороший и говорит, ты вообще с майнингом слышал что-нибудь? Есть там видеокарты, можно майнить эфир, не хочешь попробовать? У меня есть там контакты, которые можно купить по дешевке видеокарты, и есть люди, которые могут собрать. Там для эксперимента нужно порядка 300 тысяч. Потом, когда до дела дошло уже, захотел купить эти видеокарты, поняли то, что у них уже этих видеокарт нет, на рынке их нет. Ну, в итоге я там какую-то одну видеокарту купил, попросил нашего айтишника собрать пробную ферму. Когда увидел, что есть какой-то эффект от этого, что она работает, позвонил Виталику и предложил ему попробовать сделать нечто большее. Виталий Борченко, 35 лет, женат, двое детей. С 2007 года в бизнесе в сфере IT. Начали мы с того, что с друзьями попользовали биткоин. Тогда, еще году где-то в 2015, первый раз я как-то стал больше этим интересоваться. Мы взяли, установили кошельки. Я даже не помню, какой формат тогда был кошельков. Посмотрели, что это, как это. До майнинга дело не дошло. Просто поперекидывали, поняли, что быстро, удобно, интересно, но не более того. Спустя где-то год уже более серьезно заинтересовались, ну, потому что информационного фона было больше. Казалось, что стоит обратить на это внимание. А биткоин уже не вчера появился, да, и какое-то время назад ты думал, какие-то есть оборудование для добычи биткоина, пытался там смотреть что-то на AliExpress или еще где-то, как это происходит, какие-то были непонятные цены, не было такой достаточно интересной аналитики, и в итоге это все там задвигалось всегда на какие-то другие проекты. Но в конце концов, когда вот это уже было такой финальной точкой, когда я решил все-таки, да, надо попробовать. Там по созданию инфраструктуры она должна быть качественной, у нее должно работать оборудование, должны быть точные данные, при каких условиях оборудование работает, при каких нет. У него должно быть четкое, управленческое, понятное, прозрачное для всех программное обеспечение. И мы это сделали. То есть на сегодняшний момент те, кто работает с биткластером, понимают, что у нас все прозрачно. Есть определенные сложности, но эти сложности никто не скрывает. То есть мы их знаем заранее. Вот, и постепенно их решаем. И также, что касается ПОСа, основная идея создать качественный продукт, то есть, который будет работать, да, то есть не собрать денег под продукт, там, и как у нас оказалось, 95% всего там скам и так далее. То есть задача как раз-таки создать продукт, который будет работать, и создание компании с большой капитализацией. Цифры называть не будем, но мы стремимся там, к 9-0. Мы объединили свои силы и навыки для того, чтобы создать то, чего еще нет на рынке. Так майнинг-отели уже запущены и вовсю функционируют. Мы были в поисках нечто нового, и мы нашли. Технологии всегда должны идти вперед. Но не стоит забывать об удобстве и доступности этих технологий для каждого желающего. Постмайнинг – вот то, что даст свежего воздуха в эту индустрию.